Друзья, всем привет! Приехала я на свой любимый Фуд-Сити, зашла в павильончик Сады Аурики. Давайте вместе с вами посмотрим, что новенького. Как мне нравятся вот эти горшочки, но я уже показывала. Они напрямую от производителя здесь продают, и поэтому цены недорогие. Мне очень нравятся вот они. Знаете, смотрится как будто из камня. Но тяжелая вещь. 400 рублей. Так, горшочки для орхидей. Ой, сейчас. А. Держатели. Длинные. Сантиметров, наверное, 80. Так, грунты, субстраты, коралитр 140 рублей, получается крупная фракция, галтованная. Дренаж 20 рублей, а мелкий 0,3, недорого вообще, 65 рублей. Волокно. Вот производитель Сады Аурики. Это получается 14-й вход. Островок чуть-чуть дальше. Вот вон магазин, он там был. GMP. Рядом с GMP. Который закрылся. Вот красивый. 580 рублей, смотрите. Сады Аурики написано. Ручная работа. Сегодня День Матери. Я вас всех, девчоночки мои, поздравляю. Пусть у вас все будет хорошо. Счастья, любви, чтобы ваши детки не болели. Были всегда умничками. Всего самого-самого хорошего. Вот горшочек двойной. Сколько стоит? Сейчас. 130 рублей. 1,4 литра. Так. Поддончики. Вот пузатик тоже двойной. 2,3 литра. Мне вот эти очень нравятся. Смотрите, сейчас... Это, наверное, чуть-чуть больше девятки. Ну-ка. Одиннадцать сантиметров в диаметре. Такой с дырочками. Так. Вот такой вот большой. Это 17-й диаметр. Со ступенькой. Очень удобно. Так, стоит он 60 рублей. Классные. Я же вечно, знаете, с паяльником их делаю, а тут уже проделанные, аккуратные, красивые. Так. А на малыш... А малыш стоит 20 рублей, смотрите. Два. Так. Полезем дальше в закрома. В стекле. В стекле 280 рублей. А вот здесь вот и сразу и поддончики. Поддончик 40 рублей. Так. Но на самом деле Сады Аурики качественно горшки делают. Мои любимые котики. Первый этаж принеси, павильон 85. О, как!
какая мышка, ну-ка. Сейчас. Смотрите, какая милая, с розовым носом и с зубами. Интересно, что это? А, это копилка. А здесь вот можно достать, вот удобно. Бывает, я покупаю, тут недавно Буду купила золотого. Копилка. Ну, чтобы достать из копилки, нужно бить. Поэтому вот так вот. Мне прям этот угол тянет. Потом вот такие вот кашпо. 50 рублей. 0,8. И с этим. 50 рублей получается с кашпо. О, да. Так, потом заколочки, бабочки. Достаточно крупные, хорошие. Набор получается 90 рублей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, что ли? Да, шесть бабочек. Там вон, вот эти вот тоже, смотрите, есть квадратные. Прозрачные, они там с большой такой ступенькой. Я просто не достану. Потом вот эти вот, кто сажает двойную посадку. 340 рублей. Ой. Получается, два горшка и кашпо. Прикольные. Потом вот такой. Вот есть горшок тоже там. Вон, кашпо. Не кашпо, поддон. Господи. Вот. 2 литра 90 рублей. Симпатичные. Так, что еще? Мне сказали, что еще привезут каких-то других видов, наподобие вот тех квадратных. Айркон, знаете, горшки, если я не ошибаюсь, правильно название. Вот сады Аурики сейчас вот разрабатывает наподобие квадратных, прозрачных. Они будут удобно ставить их друг с другом, да, меньше места будет занимать. Цветные. Все субстраты сады Аурики получается. Вот кокосовый торф 4 литра 100 рублей. Для роз, для драцены, декоративные растения, для фиалок. Но для наших с вами любимых орхидей. Кора, мох, кокос. 60 рублей 0,7 коры. Средней фракции. Мох получается сухой, 60 рублей 0,7. Ну-ка, это что? Дренаж. О, какие камушки. Прям. Сейчас я почитаю, из чего они. Не, не написано. Ну, прям камни-камни. 30 рублей. А, черепки. Дренаж черепки от горшков. Из, глиняные, значит. Это штука интересная. Большой тоже дренаж. Керамзит. Единственное, цены нет, не вижу. А, есть вот 2 литра. 60 рублей. Мне очень нравятся вот эти кашпо. Они тяжелые. Просто вот когда такой знак сады Аурики, это ручная работа. Греция, привет. Мне сразу Грецию. Звоночки такие напоминают. Так, ну и пойдемте. Вот 14-й вход, вот такой павильон, номер павильона. Вот те горшочки я сейчас сниму видео, еще пойду по цветочным павильонам и потом куплю себе те вот с дырочками, парочку возьму. А здесь мой друг работает, Александр.
Я как-то его показывала, здесь шахматы ручной работы, карты разные, карты Таро. Дешевые, 200 рублей. Мне надо Матвею на день рождения подарить шахматы. Просит, у него есть, но он просит еще. Александр, здравствуйте, поздоровайтесь. Ну что вы стесняетесь, вы же мой друг. А? Скажите всем привет, сегодня День Матери. Поздравьте моих всех девчонок. С праздником все, девчонки. Пойдемте покажем ваши горшки. Так, друзья, сейчас у них акция. Это вот, вот это Польша. Да, от GMP остались горшочки. А вот эти внизу я вам покажу, это иранская. Иранские горшки, посуда. И вот сейчас у них все по 500 рублей. Вот такие вот. Разные формы, наборы. Все по 500. Вот эти вот классные штуки, в них, правда, можно готовить. Достаточно большие. Но это, знаете, запекать можно, я думаю. Я, конечно, не повар далеко, но у меня есть вот такой вот не подсвечник, а лампа. Лампа. Сейчас покажу, если осталось, а может купили. Знаете, на масленке зажигаешь ее, и она вот как раньше у людей света не было. Вот такие все по 500. Вот эти вот по 500. Это качественные на самом деле. Вот эти вот рожки очень хорошие. Осталось мало, разобрали. Вот это, вот видите, набор. Наборы вот к тому черепку, который готовить. Вот эти вот наборы. Они намного дороже стоили. Там разные. Кувшинчики, вазы. Длинная ваза тоже красивая. У них у всех почти одинаковый рисунок. Ну, тематика одинаковая. Так. Это GMP-шные. 700 рублей. Какие-то стали дешевле, какие-то нет. Ну, вот это качественное на самом деле. В Польше есть маленький завод, и там папа и два сына, и они у них делают, у них маленькие, вот они, у них маленькое производство, и они делают только на заказ горшки. GMP возит. Он большие, по 700 рублей. Так, а здесь вазы. А, вот препараты есть. Тоже со скидкой все, HB. Просто распродажи закрывают и нужно продать. Вот Максим дачник. Кто-то у меня из девчонок недавно спрашивал, где купить Максим. И пин. Стакининовая паста. Так, и вот здесь вот по 100 рублей. Все вот горшочки, кашпо для орхидей тоже по 100 рублей. Они там есть двойные, вот. Просто мне туда не залезть. По 100 рублей. Здравствуйте, молодой человек. Здравствуйте. Вот эти по сколько? По 60. По 60. По 60 рублей. Вот в этот вот в чайничек вылазит 9-й горшочек диаметр. Кашпо. Вот здесь я сейчас. Вот они.
рожки для конфет. Но они качественно сделаны. Поздоровайся с девчонками и скажи: девчонки, с Днем Матери! С 8 марта. Слушайте, девочки, не обращайте на него внимания. Он классный, но... Потом не проси меня удалить, не удалю. Вот это красивая штука. Корабли из ракушек на подарок. Мои друзья, я же здесь работала. Сколько лет я ушла, они остались. Я вот сюда на Фуд-Сити прихожу, у меня прям, знаете, прям вот душе хорошо-хорошо. Свои родные люди. Шутим, смеемся. Очень мне с ними хорошо. Добрые. Ну все, друзья, на этом будем прощаться. Пойду в цветочный павильон. Друзья, а это я зашла в Фантазию. Сейчас посмотрим с вами, что тут интересного есть. Мне нравятся картины. Я у них здесь часто покупаю картины, потому что они недорогие у них. Вон с орхидеями. Все для Нового года сейчас. Много разного субстрата для цветов. Ну, все для Нового года. Ой, какой шарик. Смотрите, опт 172 рубля, розница 245. Дедушка Мороз. А здесь не только тут и домики. Между прочим, очень интересно смотреть, как снег падает. Тут получается с фонариками. Вот еще. А. Ой, какие красивые фонарики. Как они что-то сломаны. Вон какие домики, уго. Я правда не достану. А что это хотят узнать? Для цветов. Для цветов, не знаю, для цветов. Наверное, подарок. Ставишь цветочек туда и... Много разных игрушек. Корзинки. Так, удобрения, препараты. Вот здесь очень много препаратов. Так, янтарин 53, в розницу 75. Так. Идеал тоже штука хорошая. Орхидеям нравится. Мне тоже надо удобрение купить, начало заканчиваться. Так, фитоверм. 16 рублей. Максим 16. А, мелкий об 22. А это что у нас? А, фитоловин, фунгицид. Очень хороший. На самом деле классный. Получается 28 рублей. Подорожал, когда я только-только начинала заниматься орхидеями. Стоил он 12 рублей. Получается об 21. А мелкий об 28. Ну, очень хороший препарат. Хорошо работает. Вот я фитоловином пользуюсь и витаросом. Топаз тоже очень хороший. Топаз сколько стоит? 43 рубля. Получается, ну, дороговато. Но видите, я давно не покупала препараты. У меня их с
целый мешок, я сама не знаю, что у меня есть. Но надо менять. По ценнику просто зеленое мыло. 95 рублей. А для оптовиков очень даже неплохо. Для орхидей 140 рублей. Это тоник 255, оп, 181. Так, а это что? Корень супер, но я никогда не использовала. Похож, а, ну там порошочек. Похож корнями на рибав, ну, картинка. Актара, потом это кто? Август. Фитоверм. Рибава нету. Как-то раньше сюда очень много цветов завозили, очень много. Потрясающих. Сейчас вот опять мало. Поэтому мне не очень хочется ехать на Фудсити. GMP закрыли. Фантазия как-то не балует. Цены нету. Ну, цену надо идти проверять к сканеру. Голова Йорика кактус. Какой красивый, смотрите. Ляпистый такой, крокодил. Алоэ пестрое написано. Красавчик. Папоротники классные вот этот вот. Паучьи ножки, лапки. Ну, если честно, грустно как-то. Мало всего. День матери, думала, привезут много всего. Поэтому выбралась на Фудсити. И друзей повидать, и цветочки посмотреть. А что, нету ничего? О, красавец. Денежное дерево. Красулочки у меня не растут. У меня есть маленькая-маленькая, еле-еле душа в теле. Сколько сажала. Вот такие вот деревья мне отдавали. Кусты прям. Нет. Не нравится. Ну я не дотащу, друзья, его просто. Ну и все. Бонсаи. Огромные. Ну-ка, гномик. Я люблю гномиков. Симпатяга. С котиком рыженьким. Красивый. Ну и все. Елочка. Классная. Она на самом деле домашняя. Я не помню, как она называется сейчас. Араукария. На самом деле очень клевая. У меня такая есть, но намного меньше, там вот до сюда. Но лето пережила, она не сыпется. Очень-очень классная. Я специально брала, чтобы такое, знаете, живая елочка дома росла. Потому что обычные они сыпятся. Ну, не выдерживают домашних температур. Ни лето, ни батареи зимних. А вот это супер. Всем советую. Но я что-то маленькую свою брала, рублей за 700, наверное, в опте. В прошлом году зимой. Ну и все, друзья. Вот это была фантазия. Все как-то... Я сейчас попробую проскочить и показать вам, какие еще цветочки продаются на Фудсити. Но там срезка. Ну, может быть, меня просто не пропустят. Не знаю. Посмотрим. Вот здесь перлита много. Проблема в том, что надо, знаете, что надо смотреть
подходить к сканеру, цветок сканировать, только тогда узнаешь цену. Помните давным-давно, сколько здесь было орхидей? Ну, все съехали. Сейчас я опущу чуть-чуть камеру, а то могут наругать. Здесь вот все для флористики. Подарки, коробки. Такой не так давно открылся павильон. Очень много всего интересного. Вон там много всего. Заходить не будем. Так, ну и срезка, все. Эх, жалко, что GMP съехали. Была красота. Цветочки, букеты. Я не люблю срезанные цветы. Смотрите, какая красота. Ну вот так. Все, друзья, на этом будем заканчивать. Больше нечего мне снять, к сожалению. Вот так вот. Еще раз всех с праздником, Днем Матери, девчоночки. Пусть все будет хорошо. Пока-пока. Люблю вас.